Входи. Входи, Зоська. Как хорошо, что вы живая. Да, неплохо. В смысле, я имела в виду, что хорошо, что вы чувствуете себя хорошо. Что сказала, то сказала. Никогда не выбирай, что говорить. Садись. Спасибо, я знаете, садись. Я иногда такое скажу. Садись. Все вокруг смеются. Я тебя ждала, дочка. Здрасте. Здравствуй. Баба Ванга, я... Ой, мамочки, я... Вы знаете, я всю ночь не спала. Правда, мне страшно было. То, что вы вчера про дедушку сказали, что он здесь. Вы его прям вот видели? Ну, что увидела, о том сказала. Подождите, ну, может, вам, ну, какой-то голос говорил или... Голоса говорят. Говорят. Господи. Сначала вижу человека, а мне о нем рассказывают. А твой дед, он с тобой пришел. Ой, мамочки, я даже представить себе такого не могу. Просто вообще... А ты и не представляй, потому что если представишь, то жить невозможно. Вы, наверное, очень сильная. Наверное. Ну, конечно, вы... Я не представляю, как это... Как это жить и знать, что никогда не сможешь видеть. Вы вообще тогда совсем маленькая были, когда все случилось. Да. В деревне дети быстро взрослеют. А вы в деревне родились? Я в город первый раз попал, когда меня отец в больницу привез. Да. В деревне дети быстро взрослеют. Ах ты, беда, беда. Ну-ка, стой-ка, иди-ка. На, держи. Вот это давайте. На, поешь. Держи. На. Вкусно? Не надо. Зачем деньги тратить? Меня в больнице покормили. Да ты не ела такого никогда. Поешь. Ты и так столько денег на меня потратил. И все зря. И все продали зря. Да. Что уж теперь. Спасибо. Денег-то не жалко. Жалко, что не помогло. Ты думаешь, если я слепая, так я помогать не буду? И от меня пользы совсем не будет? Я все буду дома делать. И да? Танке помогать буду. Это ты сейчас так говоришь. А вырастешь, замуж выйдешь и забудешь про нас. Не забуду. Ну, не забуду. Не забуду, вот увидишь. Как ты скажешь, так и буду делать. Ладно, поедем домой. Некогда нам по городу гулять. Осторожно. Давай. Здравствуй, панда. Здравствуй. Ну как, вылечили дочку? Пап, мы дома? Дома, дома. Да какой хорошо, там? Хорошо, что добрались. Держись. Ну вот, добрались. Узнаешь? Вот. Танка! Панда? Мы. Ну? Ну.
Ну как, панда? Как-как? Никак. Ванга вернулась. Иди гуляй, Васил, иди. Ну как ты? Меня полечили и глаза промыли. Теперь мне совсем-совсем не больно. А видишь ты? Мало. Мало вижу. Ну, пойдем. Пойдем, я тебя накормлю. Осторожненько. Ага. Так. Ванга, подай тарелку. Только тарелку? Я могу еще и кувшин. Ванга! Разбилась? Ванга! Разбилась. Тише. Ты, господи! Ну, куда ты? А, куда ты? А ты что заставляешь? Слепая? Забыла, что ли? Сама сделать не можешь. А ты, Евангелие, не плачь. Тут уже слезами не поможешь. Когда вернешься? Вернусь. Куда я денусь? Ну, потерпи. Сейчас мать с отцом придут, и будем обедать. Отец далеко, а мама на огороде. А я сейчас хочу. Так чего ты ноешь? Потерпи. Взрослый уже должен понимать. Я есть хочу. Потерпи, сейчас похлебку сделаю. Там еще хлеб оставался. Хлеб. Мало хлеба. Хлеб да похлебка. Одна еда. Папа. Панда? Здравствуй, дочка. Проходи, сейчас обедать будем. Пап, а что ты принес? Да, чего тут? Кукурузу принес. На, дочь, держи. Давай. Сварим. Как она? Ты как? Справляешься? Я все делаю. Да ты что, помощница такая? Я б не знаю, что без нее делать. А что там еще? Молодец. В дом пойдем. Пойдем. Ванга, поставь пока кукурузу варить. Хорошо. Ну вот, сейчас сварим и будем обедать, да? Давай. Иди. Хозяин заплатил, а фальшивых денег я не печатаю. Обманул? Нет. Он всем так заплатил. Сказал, что плохо продал кукурузу. Вот ты. Совести у него нет, вот что. А ты пойди ему это скажи. Он только над тобой посмеется. Может, убить его, а? Что ты, панда? Господь с тобой. Ладно. Что тут поделаешь? Обедать будем. Она совсем не видит? Совсем. А не признается. Старается показать, что все может. Ничего не поделаешь. А жаль.
Хорошая была бы работница. Ну? Да не работницы жалко. Ее жалко. Всех нас жалко. Давай. Давай. Ангелия? Да, папа. А ты правду что-то видишь, да? Правда. Она все видит. Ну уж прям уж все видит. Как Бог, что ли? Да. Ну-ка, дай-ка. На. Молодец. Еще. Не, хватит, хватит. Молодец, молодец, дочка. Ха, молодец. Ну, мешай. Подожди меня возле ворот. Хорошо. Вангелия, я хочу поговорить с твоим отцом. О чем? Чтобы он отправил тебя учиться. Да кто ж меня в школу возьмет? Я не говорю о нашей школе. В Земуне открыли дом для слепых. Открыли, да? Благотворители открыли. А где тот Земун? Наверное, далеко. Но ты не будешь ездить туда каждый день. Там будешь жить. В пансионе учеников? Нет. Нет, нет, я из дома никуда не поеду. Ты не разбираешься, Вангелия. Не тебе решать. Панда, надо полагаться на Бога. Да я понимаю, отец Никодим, все от Бога. Понимаю. Ждем от Него милости. Ждать Божьей милости надо, но и отказываться от нее нельзя. Да кто же отказывается? Ты отказываешься. Это школа для твоей дочки, милость Божия. Ее там читать, писать научат. А не так, мучиться всю жизнь своей слепотой. Ну, а зачем ей учиться читать, писать? Вот училась бы работу какую-нибудь простую делать, вот и хорошо. Не понимаешь, зачем читать, писать. Ну, пойми хоть, там ей будет хорошо. Одета, обута, накормлена. Там сытно кормят. А то ходит, от слабости шатается. Это правда. Вот видишь, сам понимаешь. Панда, от лучшей жизни... Может, и зрение вернуться. Ну, отец Никодим, да не верь я в такие чудеса. Веришь, не веришь, дочку в школу отпусти. Я напишу письмо директору. Она обязательно ее возьмет. Панда, не отнимаю в Ангелии милость Божию. Панда. Ванга, миленькая, ну не плачь. Ну, не плачь, Ванга. Ну, не плачь. Тебе там хорошо будет, слышишь? Мне с вами хорошо. Пожалуйста, не надо меня прогонять. Да, да кто ж тебя прогоняет? Да что у нас хорошего? Ну, что у нас хорошего? Работа одна. Вот я и буду вам помогать. Как вы будете без меня справляться, а? Ну, справимся, справимся. Ну, Васил скоро подрастет. Помогать хватит, будет. Хватит, хватит причитать в дорогу. Ехать пора. Садись. Удобно тебе? Поехали. Ну, не плачь, не плачь, не плачь. Ну, поехали. Сюда, иди, домой иди. Васил, Ваня, не помогай. Не плачь, все в руках Божьих.
Я тогда даже представить не могла, что меня ждут лучшие годы моей жизни. Лучшие. С Ольгой познакомилась. Я ее всю жизнь люблю. Помню всю жизнь. Ты здесь из-за нее. Так. Крепче держи. Ребята, не спешите. Ну-ка. Идите осторожно. Дай-ка я погляжу на тебя. За мной, друг за другом. Держитесь за руки. Сегодня прекрасный день. В воздухе столько запахов. Чувствуете? И от земли, и от цветов, и от деревьев. У каждого цветка есть свой запах. Их можно различить и представить, как выглядит этот цветок. Ой, а это что? Слышите? Давайте послушаем. Что это? Птичка. Птичка. Правильно, птичка. А какая? Соловей. Канарейка? Да, канарейка. Чиж. Не знаю. Я ее тоже не вижу. Она такая маленькая, что ее не видно. Но ее можно представить, какая она красивая. Правда, Снежана? Вы прекрасно знаете, что я ничего не вижу. Но я ведь тоже ее не вижу. Но могу представить. Зачем? Глупости все это. Учите нас тому, чего и сами не умеете. Ну, что ты говоришь? Издеваетесь над нами, смеетесь. Я все это видела, видела, понимаете? А теперь не вижу, а вы издеваетесь. Но я хочу тебе помочь. Пойдемте, ребята, в парк. Осторожно. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз Златокарии омут. И что прошлого не любя, ты уйти не смогла к другому в первый раз, отрекаясь скандалить. Был я весь как запущенный сад, был на женщин и зелье падкий. Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без огня. Почему ты не в классе, Ольга? Я к вам, госпожа Стоянова. Я рада. Чему рада? Ну, во-первых, я рада тебя видеть. А во-вторых, ты всегда обращаешься ко мне, когда тебя что-то волнует. Проходи в мой кабинет. Тебя обидели? Нет, меня никто не обидел. Это я обидела. Я просто не умею работать. Успокойся, Ольга. Успокойся и расскажи мне сначала, что произошло. Я, как обычно, повела ребят на прогулку. Стала им рассказывать о том, что вокруг.
О природе, о цветах. Я считаю, что нужно говорить словами о том мире, который они не могут увидеть. Правильно. С воспитанниками надо больше общаться. И у тебя это отлично получается. Нет, у меня совершенно ничего не получается. На одной из девочек это произвело ужасное впечатление. Она расстроилась, разозлилась, нагрубила мне. Но я сама в этом виновата. А как ее фамилия? Снежана Баянова, новенькая. Ну вот видишь, ты же сама говоришь, она новенькая, еще не привыкла. Тем более, она потеряла зрение совсем недавно в результате несчастного случая. Она не может смириться со своей слепотой. О, новенькую привезли. Может, добрый знак для тебя? Пойдем встретим. Видишь? Еще чуть-чуть, вот сюда. Так, вот здесь подойдем. Прям барский дом-то. Хорошо. Здравствуйте. О, здравствуйте. Здравствуйте. А нам директора где найти? Вот туда, пожалуйста. Ага, спасибо. Здравствуйте. Ой. Здравствуйте. 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 Вот. Она. Как тебя зовут? Вангелия. Угу. Красивое имя. Это теперь будет твой новый дом. Тебе здесь будет хорошо. А это твоя воспитательница. Знакомься. Здравствуй, Вангелия. Меня зовут Ольга Васильцова. А я тебя уже где-то видела. Тебе показалось? Нет. Ты что, меня по голосу узнала? Нет, не по голосу. Просто я тебя узнала. Да ладно. Вангелия, воспитательнице надо говорить «вы». Слышишь? Ничего страшного. Извините. Пойдем? Ну ничего, пусть привыкает. Пойдем. Не будем смущать ее. Скажите, часто у нее такое? Чего? Ну, часто вы замечали, что она говорит что-то странное? Вообще ничего не замечали. Обыкновенное. Работящая, только вот слепая. Пойдемте со мной. Ольга, да? Проводи Вангелию устраиваться. Mm-hmm. А мы оформим документы, и вы расскажете мне о дочери. Чего? Чего расскажу, не понял. Вангелия, попрощайся с отцом. Да, вам лучше попрощаться, потому что Вангелию поведут устраиваться. Ну, давай, дочка. До свидания, папа. Ну, ладно. Давай, давай. Пойдемте. Дочка. Ну, все, все. Пойдемте, пойдемте. Веди тут хорошо. Ох ты, Господи. Осторожно. Подожди. Так, осторожно. Осторожно. Здравствуйте. Здравствуй, Красимира. Здравствуйте. 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 Присаживайтесь. Так. Присаживайся. Не бойся. Не бойся, я рядом.
Вот и все, барышня. Коротко. Очень красиво. Тебе идет. Осторожно. Здесь ты будешь учиться. Это школа? Да. Здесь ты будешь слушать педагогов и отвечать на их вопросы. А читать и писать? И читать, и писать научишься. У нас есть замечательные книги и очень хорошие учителя. Они научат тебя читать пальцами и писать в специальных тетрадях. Так что всему ты научишься. Пойдем, я покажу тебе музыкальный класс. Пойдем. Давай руку. Счастливые годы моей жизни. Вот здесь ты будешь учиться музыке. Научишься так же красиво играть. Вот так? Конечно. Я? Сидите, сидите. Конечно. Посиди здесь, послушай музыку. А я пойду подготовлю тебе место в спальне. Вот это будет твоя кровать. Так. Все так, как я видела. Где видела? Не знаю. Может, во сне? Но это точно не сон. Это твоя новая жизнь. Ну, а она оказалась счастливой, это ваша новая жизнь? Да что ж ты торопишь меня, а? Я по порядку все хочу тебе рассказать. Хорошо. Дом. Дом. Травка. Вангелия. Трава. 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 Ветки. Внимательнее, Вангелия. Не придумывай лишние буквы. Извините. Цветы. Цветы. Правильно. Цветы. Корчит из себя. Цветки, травка. Снежана, не мешай. Вангелии трудно, она только начинает учиться читать. А мы должны слушать, что она бормочет? Снежана, мы на уроке. Пусть учится, а другим не мешает. Слушать противно. С
Снежанна, успокойся, пожалуйста. Вы все учитесь, и все наравне. Несмотря на то, что кто-то научился читать, а кто-то еще нет. И вы тут как тут. Как же все равны. Только у вас есть любимчики, а есть такие, как я. Снежанна, ну почему ты решила, что я отношусь к тебе не так, как к другим? Отстаньте от меня. Перестань, Снежанна. Ты что, из-за меня разозлилась, да? И ты еще тут выискалась. Снежанна! Отстаньте от меня! Все от меня отстаньте! Снежанна, отстаньте! Продолжайте урок. Что теперь? Это наша тропа. По ней мы гуляем. Вот и все. Понюхай. Чувствуешь? Ванга, а тебе не тяжело здесь? Нет. Это дома тяжело было. И малые, и по хозяйству все надо делать. Да я не о работе. Я вообще о нашей жизни здесь. Не трудно? Нет, не трудно. Очень хорошо. Я такая счастливая. Знаешь, Ванга, ты только не смейся сейчас, пожалуйста. А чему смеяться? Тому, что я тебе сейчас скажу. У меня все время такое чувство, что я должна тебе что-то рассказать. Даже когда тебя нет рядом. А ведь мы знакомы совсем недавно, это странно. Да-да-да, я это чувствую. Я не знаю, как я... Я просто это чувствую, и все. Что вы хотите мне рассказать, как были маленькой. Да. Странно. Странно и удивительно. Ты удивительная девочка, Ванга. Обычная. Нет, необычная. Ты как дикий цветок. Ты только не обижайся, как прекрасный цветок, который вырос в диком поле. Я понимаю, о чем вы. О том, что я выросла в грубости, а злая не стала, да? Да. Зло — это как темнота. Я ее не вижу. Я просто знаю, что она есть. Вон там, там. Зло ведь невозможно увидеть. Это просто отсутствие света. А другое дело – это добро, любовь, радость. Добро и радость – ты что, их видишь? Нет, я не то чтобы вижу, я как бы внутри себя. А в других тоже? Все люди разные. Вот в тебе есть добро. И поэтому ты такая светлая, светлая-светлая. А в других... Нет, во многих нету светлого. Ты их боишься? Вот Снежанна, например, она хорошая. Она, правда, неплохая девочка, но очень тяжело избавляется от злости. Тебе с ней трудно? Нет, не трудно. Просто ты чувствуешь, какой человек, и все. Жаль, что люди измениться не могут. Почему не могут? Не знаю. Все люди такие, какие они есть. А бояться никого и ничего не надо. Хорошо. Спасибо. Thank you.
Почему ты плачешь? Ничего не бойся. Не плачь. Тихо. Всех разбудишь. Пойдем. Пойдем, тебе нужно успокоиться. Дома. Ну что ты, разве можно такое говорить? Мама с папой там остались навсегда. Я так и буду всю жизнь мучиться, слепая, лицо обожженное, уродина. Но ты жива осталась. Надо радоваться. Наша слепота — это не темнота. Еще какая темнота? Нет, нет. Знаешь, я когда маленькая была, такие сны видела. А потом просыпаюсь, вижу все, что вокруг. А сейчас, ну, я просто стала меньше видеть. Зато я очень много вижу внутри себя. Наверное, это душа смотрит. Может, у меня уже нет души? Ну, что ты такое говоришь? Душа у всех есть. Тебе просто нужно немножечко подождать. Привыкнуть. Да что ж вы меня все успокаиваете? Ну как же к этому привыкнуть? Ну как подумаю обо всем, будто головой стенку. Все мертвеет. Я никогда не привыкну. Я никогда не привыкну. Тихо. Всех разбудишь. У меня парень был. Он в Софии учится. Думали, перееду, тоже учиться буду. Поженимся. Он что, теперь женится на мне, да? На слепой, уродливый. Его родители разрешат ему это, да? Я не знаю. А я знаю. Ничего у меня не будет. Снежана, я не знаю, что будет, но тебе просто нужно потерпеть. Нужно подождать. Чего ждать? Я не смогу. Девочки, сегодня мы будем учиться накрывать на стол. Для начала нужно проверить, чисто ли на столе. Лиляночка, попробуй это сделать. Ну как? Чисто. Молодец. После того, как вы проверили, чисто ли на столе, нужно постелить перед собой скатерть. Попробуй, Цветана. Так, бери перед собой салфеточку, стели ее. Снежана, чего тебе? А почему ты не подходишь? Попробуй тоже на стол накрыть. Не хочу. И кладете перед собой. Затем ставите тарелку в центр. Вот так. Молодец. Спасибо. Кто следующий хочет постелить скатерть? Попробуй ты, Снежан. Я хочу. Отстань, мне это не нужно. Почему? Потому что никогда не пригодится. Кладите скатерть прямо перед собой. Так? Так, молодец. Вангелия, давай попробуешь ты накрыть на стол. Можно я потом? Ну как это потом? Гости пришли, пора накрывать. Не переживай, я тебе помогу. Цветана, подвинься. Девочки, давайте салфетку. Стелим прямо перед собой. Правильно. Дианочка, дай нож. Вот, пожалуйста. В правую ручку берем нож, в левую вилку. И кладем прямо перед собой.
А зачем каждому свой нож? Одного же хватает. Так принято, так положено. Вот научишься пользоваться, так приборами и поймешь, что это удобно. Молодец. Что? Ты что? Что, порезалась? Нет. А как, где со Снежана? Здесь. А пусть она мне поможет. Хорошо, пускай поможет. Вдвоем, наверное, веселее. Правда, Снежана? Снежана, не уходи. Почему ты так испугалась, Ванга? Когда? Когда мы накрывали на стол. Из-за Снежаны? Мне вдруг показалось, что она пропадает. Пропадает. Все, 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 все. Тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратней. Все-все-все, успокойся. И что потом было со Снежаной? Нашла она в себе силы? Евангелие, лежи. Снежана! Все же спят. Снежана! Тише, Евангелия. Ее нет. Как нет? Как же это нет? Как же нет? О, Боже! Она ушла. Она уходит. Господи! Снежана! Она уходит! Снежана! 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 Где ты? Снежана! Снежана! Помогите мне. Ванга,
Ланга, что же я наделала? Ты меня слышишь? Слышу. Побудьте с ней, я пойду вызову полицию и сообщу директору. Несчастное дитя, что ж ты натворила? Так я впервые услышала голос мертвых. Опоздал, Снежаночка. Опоздал. Что это же? А я тебя искал. Я тебя искал. С тех пор, как родители твои сгорели. Уже управился. А мои мне правду ты не сказали. Вот теперь узнал. Батюшка. Только поздно. Это не по-божески. Слишком поздно. Прости, Снежан. Поздно. Трогай! Плохо, воды? Нет. Снежана. Я ее вижу, как тогда, когда мы стол накрывали. Она мертвая стоит передо мной. Успокойся. Успокойся, Ванга. Пойдем. Мне страшно, Ольга. Мне так никогда не было страшно. Ты сильная. Ты выдержишь. Я знаю, ты сможешь. Я же знала. Я же чувствовала. Я же все про нее чувствовала. И еще обижалась на нее. Мне не нужно было на нее обижаться. Нет. Ты здесь ни при чем. Ты сделала все, что ты смогла. Спасибо тебе, Ольга. Это вы уже тогда понимали, что какой-то человек скоро умрет? Не. Не понимал. Все такое смутное. Тревога, страх. Не понимал. Мертвые к себе так просто не подпускают.